Так как украинские коллеги отметили, что у них нехватка специалистов по пластической микрохирургии, при помощи этой методики, которую вы здесь видите, можно клонировать специалистов и команды специалистов. И этот форум такой ознакомительный. Латыши знакомятся с украинцами, с евреями, американцами, великобританцами. И мы попробуем улучшить нашу программу создания специалистов и команд специалистов для лечения боевой травмы. Поэтому у нас теоретические лекции, у нас занятия на макетах, на биоманекенах, на простреленных ногах свиньи, на крылышках курицы, где мы учимся навыкам хирургической обработки, damage control, debridement, шов сосудов, и дальше уже, составляя из этих навыков, мы будем строить молодого специалиста по лечению боевой травмы. Спасибо.